лучше, точно знаю. Там, где полосочки железные. И даже когда, как сейчас у нас, я позвоню тебе, родная. Я дозвонюсь на перевале. Услышу сюда, собрала. Скучаю так, что мне не нужно. Я готов час, поспит меня. И не курю так выходной. Хотя бывает так на круг, так на круг, так на круг, что каждый вечер выходной. А позвоню тебе тогда, я дозвонюсь на перевале. Здесь у меня старинный клапан. Вернусь домой, наверное, в мае. Родился в нем, в нем вернусь. Да ладно, будет все как будет. Надо быть, надо быть. Ведь в этом как бы суть, да? Я позвоню тебе, родная. Там вы увидели на фотографии двух людей, это Наталья Григорьевна, дружина, Михаил Цивин. Спасибо им большое, это люди, с которыми я давно дружу, и они просто не то, что выполняют какую-то работу, они просто живут этим, их знают хорошо в группе, они знают всех поименно. Спасибо большое, Наталья Григорьевна, я не вижу вас, не вас здесь. Спасибо. Сейчас, ребята, выкинут с вами. Сейчас, ребята, они везде, сейчас пойдем сюда. Я что хотел сказать? Отлично. Я 4 дня назад встретился в Тинькове, в клубе, на концерте Бразовилла. Ко мне подошел парень грузин и сказал мне слова.
договорились, и я пообещал ему, что я скажу правду о том, что думаю. Я хочу сказать, что народы никогда не воюют, это абсолютно воюют что-то другое. Поэтому, если из зале кто-то из Грузии, вообще не поклон, поцелуй и надежда, что мы повернемся к Грузии и начнем исполнить концерт. Я даже сейчас промолчу про соглашение. Не объяснили, как это все на Кавказе. Будем казаться, пошли. Твое мнение личное, как человека. Не так, как мне сказали. Вот. Есть ребята? Нет, сейчас мне тяжело передвигаться. Сейчас они подойдут. На самом деле, будучи эти люди первые приняли удар. Кто-то, по-моему, президент Эстонии, вице-премьер, сказал, я никогда не поверю, что малообученная армия какая-то, там, горские миротворцы удерживаются на главных судах. Это абсолютная правда. И ребята-добровольцы сделали это очень профессионально. И на них пришелся первый удар. И это единственное, о чем я хотел сказать, они стреляли в порции с 50 метров из танков. Это правда. Я читал, здесь в Москве 17 копеек, когда они стали смс ножки. Мы бежали вниз, если не все правда абсолютно. И это длинный разговор вообще, что это Кавказ, и что это. Паша, они все! Они все! Паша! Паша! Они здесь! Гоша, можно? Дорогие друзья, сегодня прибыли на концерт Гоши Куценко специально из 6-го Центрального военно-клинического госпиталя Министерства обороны ребята, которые принимали участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Вот, пожалуйста, Сергей Адушкин, кавалер Георгиевского креста, это орден, солдатский орден, который только что ввели заново для награждения наших солдат. Это солдат-миротворец, который в составе миротворческого контингента, батальона, отражал атаки грузинских бандитов, оказывая помощь раненым, был сам ранен, награжден президентом, поэтому вот он сегодня прибыл, пожалуйста. И два парня, которые стоят вот, стоят перед вами, это ребята, которые принимали участие в боевых действиях в Республике Чечня. Рядовой Чувашев Алексей и рядовой Половинцев Иван. Пожалуйста, приветствуйте. Все ребята, которые стоят перед вами, честно выполнили свой воинский долг и не посрамили ни свою честь, ни честь России. Ваши аплодисменты им. И спасибо, Гоша, за тот. Я вам скажу, что Гоша Куценко выступал у нас в госпитале не один раз. И вот сегодня вам пригласили ребят, очень приятно. Вообще перед вами не только артист, не только певец, но это патриот, патриот своего отечества. Спасибо. Вот.
Ну давайте, да. Родину защищают одни, а говорят другие. Микрофон. Мне была такая честь на этой сцене находиться. Спасибо большое за добрые слова. Спасибо вам большое. Я прямо коленным преклонением перед вами. Спасибо большое. Потому что у нас есть отличия. Они знают, что такое война, а мы знаем, что такое мир. Спасибо большое. Спасибо вам, ребята, вы в войне, и я думаю, вторая часть нашего концерта разбавит вас. Спасибо вам. Идем вторую часть концерта, мы дальше готовы выступать, все дальше продолжается. Ура, вы в войне! Ребята здесь останутся на сцене. Послушайте, как это все звучит. Кузик Бардак. Сейчас мы песню про любовь. Потому что я так понял ощущение, что единственное оружие против войны. Поехали с твоей песней. Песня называется «Комета». Поехали.